завтра. Военные заодно с Ингрид. Может быть, они подкуплены, а может быть, они вообще не военные. Большинство детей в школе – продукт генной инженерии. У них врожденный иммунитет к этому вирусу. Почему вы топчетесь на месте? Потому что человеческие силы имеют возможность заканчиваться. Дед использовал вирус, который создал Щербатов? И очень красочно граф описал это в книге. Почему же в этой школе я все узнаю самым последним? Вы не могли бы меня заразить? Тихо, я сказал. Елена Сергеевна, вы почему без маски? Я ее где-то потеряла. Они узнают, что я жив. Не говорите. Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.